Кстати, самое главное, что я хотел вам показать на этой яхте. На этой яхте мы находим плеер кассетный, который восстанавливает энергию. Музычка такая 80-х. Ёп! Нет, нет, нет! Всем привет. Ну, собственно, мы снова в самолете. Снова летим. Вышло обновление Фореста, версия 002. Держись, негритенок. Я знаю, почему его забрали, потому что он темный. Сказали, что этот момент сделали более драматичным. Забора. Ну... Очень драматично. Ладно. А, мои руки. Мои нежные руки. Все, хватаем. Лопаем. Так. Все есть. Топор есть. Прости, женщина. Ду... Мячик. Всегда было интересно кинуть этот мячик аборигенам. Так, ну что ж. Что будем делать? Отправимся. Скотина маленькая. Ладно. Куда говно съел? Понятно. Давайте посмотрим на текстуры воды. Смотрите, под водой теперь все мутненько так. Я хочу взять топор. Хороший такой топор. По-моему, немножечко действительно оптимизировали они графику, стало как-то более приятно. Та ли это деревня? Я кого-то слышал. Ладно, всякой барахла себе набрал. Понятно. О-о-о-о-о. Пацаны, ловите мяч. Сейчас заодно и проверим, как они плавают. О, полезло, полезло, смотрите. Ну чё? Что-то как-то, мне кажется, вас слишком дохрена, нет, ребят? Раз, два, три, четыре. Ага. Все в воду.
ты говорил, что они не бегают теперь под водой? Угу. Ну вы слышите, да, по звукам? Прекрасно бегают. Надо бежать. Ненавижу, вот когда они резаются, прям вот. Прям вот на тебе, считай. Это неправильно, я считаю. Я надеюсь, они утонут в этой воде. Разработчики, вы меня обманули. Стало, по-моему, больше всяких этих прудиков. Так. Нам надо на берег выбираться. Срочно. Так, палатки. Трупы, трупы, ну это нормально. Ну как-то поприятнее стало ходить в лесу. Действительно. Над этим они поработали. Хорошо. Так, вот и берег. Где мы будем строиться? Хороший вопрос. А первое, что здесь появилось, это акулы. А их можно О, лодка какая-то. Их можно, интересно, наблюдать вот так вот. Нет, не акула. Вода, посмотрите, кстати, какого качества теперь. Более приятная. Так, у нас есть лодка. Лодка как? Да, лодка нормальная, не просто текстурная. Но с ней пока ничего нельзя сделать. Да ведь? И порубить нельзя. Ничего нельзя. Давайте отправимся в ту сторону. Потому что там у нас яхта, на которой какой-то сюрприз нас ждет. До нее надо доплыть. Так, а я же могу коктейль сделать, что я парюсь. Так. Теперь стамина восстанавливается медленней немножечко, чем было раньше. Ну, это правильно, вот я уже выдохся. Это логично. Но акулы я не наблюдаю. Никакого плавника в воде. Скорее всего, из-за прорисовки. Из-за дальности прорисовки все-таки. Потому что вон там, видите, камни появляются. На некотором расстоянии. Так, ну-ка труп проверим. Вроде нормалек. Остались живы, это уже хорошо. Так, пещера с этими уродами. Так, еще одна. Отлично. Только что я, по-моему, чуть-чуть подпрыгнул. Но остался жив. Так, таблетки, хорошо. Надо рыбы поймать. Это рыба? Это рыба. Была. Блин, теперь ее не так просто поймать, как раньше. Я сейчас слепой, как
Круто. О. Отлично. Так, надо сделать... Откроем книгу, посмотрим, что у нас тут нового. А сразу, наверное, вот это всякое барахло. В виде неприятного тотема поставим где-нибудь здесь. Ближе. Две башки надо. Еще пилюльки. Такие ноги лежат, грустят. Так. Будем прятаться за якорем. А, костер обычный поставим пока. Так, нужны листики и, конечно же, hunting shelter. Так, что у нас еще нового? Сразу смотрим. Ловушки, это все было. Вот, теперь можно лодку поставить. Плот. 5 бревен нужно. Нужен сейф. Скорее нужен сейф. Не, ну то, что их столько появилось в самом начале, это довольно печально. Я надеюсь, они все-таки сдохли там в воде. О, тенюшка теперь от дерева, когда падает. Веточки. Прикольно то, что бревна катится. Птиц теперь можно спалить. Не знаю, кому это надо вообще. С них какой-нибудь прок есть вообще того, что их палишь. Вообще, если нормально работает сейф, блин, сделать бы кооператив. Так было бы здорово. На меня падай, на меня. Так. Что-то, по-моему, раньше, чтобы построить этот шалаш, нужно было меньше бревен, нет? Мне так кажется. Могу ошибаться, конечно. Напугал меня, блин. Не то сожрал. Надо вырубить нафиг. Это говно. Так. Еще камешки, веточки. Вырубить надо все тебя, чтобы случайно не ел.
птицы. Все равно как-то не подбираются эти палочки сразу. Отлично. Шалашик готов, костер готов. Зачем я его поджег, я не знаю. Жалко, потушить нельзя. Так, здесь что у нас? Просто 5 бревен. Давайте сделаем 5 бревен. И вообще надо форт ставить. Защиту делать. Неплохо, что здесь кусты есть. Я надеюсь, при следующем респе они не исчезнут. Кстати, надо скрафтить себе оружие. Паук ползает. Смотрел я на людей, которые вырубают почти весь лес, строят огромные себе форты. Это, конечно, жесть. Я представляю, как это забадывает вообще на самом деле. Че, только два? А, нет. Как-то они странно упали. Хорошо, что ягодки есть, не обязательно рыбу даже делать. Кстати, там в описании апдейта было написано, что исправлено количество ХП у черепах. Это меня поразило. С черепахами, по-моему, вообще ничего сделать нельзя. Так, у нас есть плот, но нет паруса. И что я с этим плотом могу делать? Видимо, ничего. Ой, я его могу толкнуть. Отправиться на нем. Слушайте, будет парус, будет забавно. Пока мы его вытолкнем на берег. Так, тем временем темнеет. Я предлагаю... Что у нас еще здесь было? Короче, надо ставить стены. Причем их можно связывать, плюсовать, вот. Так, быстренько схожу. Посмотрю, что там на яхте. Хотя в ночи туда ходить, наверное, не лучший вариант. Можно будет сохраниться и... продолжить в следующей серии. Если меня акула... Блин, нет. Не хочу рисковать. Зараза, напугал меня. Темнеет теперь медленнее.
То есть не так это внезапно, как раньше было. Довольно красиво все теперь происходит. О, черепаха ползет. Так, что с тобой можно сделать, черепаха? Морская черепашка по имени Наташка. Все равно с ней ничего нельзя сделать. Хм. Зачем она нужна? Она даже яйца не откладывает. Откладывала бы яйца, может быть, более полезная была бы. Дождя нет, костерчик горит. Солнце заходит. Что это? Это деньги. Чайка. Слышь ты? Понятно. Уй-уй-уй. Так, я, короче, спать. Ага, ага. О, вот, вот и он. Больной зуб. Ой, перелет. Надо женщин убивать. Многорукая скотина там какая-то. Давай. Иди сюда. Давай. Давай, гори, сволочь. Охренеть, сколько у него там рук. Сдох. Так, ребят, не нападать. Этот процесс идет. Где у нас солнышко сходит? Вот в этом неприятно. То, что ложишься спать, а не раз, где-то появились здесь. Я хочу подобрать перышко. Где-то здесь стоит фасадик. Так. Сгорит, тварина. Ой, там все горят. Это линия прекрасная. Твою мать. Напугал меня, блин. Да я понял. Вот каким местом я горю, вот кто знает. Срочно потушиться. Главное, чтобы акула не съела. Так, где мой восход? Где мой прекрасный восход? Почему до сих пор ночь? Целая процессия ко мне. Слушайте, их в несколько раз больше стало. Просто огромные толпы ходят. Ты чё, решил посмотреть, как твои друзья живут? Да что же у меня так улетает и все? Ага. Съели, сукины дети. В крови почему-то я теперь. Ну, теперь не в крови. В крови акулы. Сколько их там сдохло? Короче, надо сейвиться еще.
Сейчас они опять рядом окажутся. Да, вон они бродят. Откуда это бревно здесь? Мне нужна лишь твоя голова. Где она? Вот она. Чтобы добиться идиллии в этих чертах. Так, это съедобное? Хорошо. Блин, зачем ты куст расфигачил? Так, черепаха. Может быть, тем панцирь можно пробить? Нет, нельзя. Голова, 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 головка. А у этой головы, да еще сноровка. Да что же ночь постоянно, а? Говорят, что если много раз ложиться спать, то они сильнее становятся. То есть с каждой ночью они все сильнее и сильнее. Что это такое валяется? Что это за бред, ребята? Что за хрень? Почему эти бревна здесь валяются, которые нельзя поднять? Новый фикс, новые баги. Посмотрите, какие-то куски непонятные бревен. А, игра. Ты смеешься надо мной. Он бежит. Чумачечий. Смотрите, их вообще это не пугает. Ну, горит и горит. Ну, вообще пофиг. Хотя нет, вроде убежали. Нет, он опять разворачивается. Опять, кстати, бесконечные коктейли Молотова. Слушайте, они... Они одно фиксят, другое ломают. То есть игру сделали частично более играбельной, но вернулись старые баги. То есть они какие-то там... Как так можно было, а? Сколько трупов тут валяется? Не приходите в этот лес, твари. Вот, если задержать кнопку... А, нет. Ничего не получается. О, орут. Но все равно, видите, 4 тряпки. И 18. По-моему, где-то здесь. 18 бутылок. И они не уменьшаются. Не убывают. Ну и где вы? Киркоровы недоделанные. Ладно, раз так, я пойду там на разведку. Это черные ягоды. Там где-то рут. Когда уже рассвет? Так, мне кажется, или кто-то стоит там? А, это в знаках. Так. Хватаем, отходим. Оп. И блок. О, что-то летает. Прикольно. Да, ребят. В общем. Одно починили, другое сломали. Бесконечные бутылки.
И врагов куча теперь. Это мне очень не нравится, серьезно. Я думал, их наоборот меньше сделает, но... Так. Смогу ли я доплыть, чтобы меня акула не съела какая-нибудь? Ага, вот что-то плавает, не? Да, вон какая-то хрень плавает. Сундук. А, вон они плавают, понял. Так, какая-то фишечка здесь будет. Так, вот я вижу эту фишечку. А вот и акулы. Здорово, акулы. Забавно. Нет, оно, конечно, неплохо. Плыви. Плыви, как никогда не плыл, с коктейлем Молотова в руках. Ты двигаешься вообще, не? Двигается. Вообще ничего не вижу. Ох, игра. Это я два раза заснул, называется. Еще и замерзнуть успел. Хорошо, от этого не умирают. Все сразу стало видно. Неужели это рассвет? Фантастика. Смотрите, как светает теперь. Твою мать. Я так дернулся, вы себе не представляете. Тотем мне помогает. Акулы плавают. Паруса нет у нашего плота. Ладно. Живы будем, не поврем. Блин, и вот эти бревна, которые непонятно откуда появились после сна. Бред вообще тоже. Красиво. Ладно, еще одну дрянь поставлю такую. Две руки, две ноги. Две башки. Кстати, еще бы с них оружие падало. Вот это было бы интересно. Потому что они некоторые бегают с фонариком. Смотрите, у него нога перебинтована. А, бегают с фонариком. Я бы... От еще какого-нибудь фонарика не отказался бы. Ёперный ты.
Рубись уже. Да сколько можно? Так. И... Слава богу. Две головы. Кот же лежит. Одна. Это рука. А вот этот какой-то с многими руками. С многими. Тварина это. Где? Ладно, одна башка нужна. А, вот он. Я тебя искал. Горит. Хорошо. Где третий ваш дружок? Смотрите, сколько у него рук. Куда побежал? Вот сволочь. Фига у него. О, кстати, смотрите, горит лес. Так. Блин, не попал. Где он? А, вот он. Да сдохни ты. Что-то ему посрать, по-моему. Да твою мать. Вы посмотрите. Ноги, руки у него тут. Какой-то вообще бронированный. О. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Тихо. Че, жив, что ли? Семен. Да хорош. Слушайте, ну неужели нельзя поправить что-то вот, чтобы вот такого не происходило? О, разрубил. Голова, голова, голова. Твою мать, что это было? Что это за звук? Это я так прорубаюсь сквозь кусты? Блин, обосратушки, а? Короче. И там продолжает гореть. О, кстати, интересная тема по поводу зубов и палки. Так. Говорили что-то про палку и зубы, но что-то не получается, короче. А вот так, чтобы держать мышку и
дерево рубилось, они не сделали. Наверное, много народу об этом просило, но у них свое мнение по этому поводу. Так, я, по-моему, не то сожрал опять. Долбаные кусты. Это нет. Гадость. Где мои вкусные ягодки? Это здесь произрастают. Вот они. Вот они вокруг дерева. Вот они мои хорошие. Да. На одних ягодах буду жить. Мне нормально. Не, ну вот эта многорукая скотина, блин. Ввели новый вид аборигенов, блин. А сказали, что пофиксили, знаете, вот эти темы с минусом айтемов, которые нужны. Ага, минус 2 и 8 у меня. Видите? Слева внизу. Короче, не знаю, что они там фиксили. Твою мать, птица. Подобрать ее нельзя даже. Да куда ты падаешь? Ну падай в мою сторону. Хотя оно скатится все вниз. Тоже неплохо. Ладно, начало положено. От них же можно ныкаться. Насколько я... Зайчик. Насколько я полагаю. Если построить такие эти возвышения. Помосты. Ну, как правильно назвать, не знаю, платформы. Так, пусть оно не скатится пока. Там еще одно. Да вы... Ой, да что же за звуки-то такие? Уже рукой рублю дерево. Ну, падай. Туда падай. Отлично. Во. Вот как надо. Ух, даже можно их толкать перед собой. В этом приятненько тут, да. Главное, чтобы потом поднять их можно было, пусть только так затолкаешь. Блин, это нельзя взять. Это вообще не то было, по-моему. Неюзабельное. Дождик пошел. Так, ягодки мои не поспели тут. Что-то поспело. Так, я думал, знаете, что поставить? Сейчас покажу. Кстати, после сейва интересно все это сохранится. Вот. Вот такую вот штуку.
Вот так вот. А, еще одно сверху. Их же можно складировать. И вот так вот по ним забираться. Блин. Ну, в общем, по ним забираться. А, наверное, надо вот здесь вот так вот поставить. Ну, ближе, ближе, блин, куда ты? Что это за бред? Почему я так могу только ставить? Он там ходит опять. Непокоренная душа. С факелом. Сюда иди, скотина. Чего орешь? Хоть орать. Не в лесу. Слушайте, ему посрать. Идет и горит. Вообще на пофиг. Ты ничего, что так, да, тут я? Перед тобой. Какие-то они все забагованные. Он просто на меня идет. Черт. Сам погорел немножко. То есть вместо того, чтобы драться со мной... Ну-ка, если мы зажжем факел. Не, он только на меня смотрит, смотрите. Давай знакомиться. Красивый. Сдохни, хватит шагать, мне твои шаги уже бесят. Иди в башню, блин. Слушайте, какой ты прям этот инвульный чувак. И ДД куда, что ли, включил? Твою мать, что это было? Фу, напугал. Так. Понятно. Господа разработчики. Ой, я хотел построить еще вот эту штуку. Но почему-то я могу ее ставить только вот... А, не, смотрите, вот так вот могу с краешка, да, ставить. А вот с этого краешка? Но она уже не плюсанется, да? А с этого плюсанется? Ну, в общем, я имел в виду, что вот так вот, например, поставить. Сейчас крутану ее сюда. Вот, вот так вот, допустим. По ней сбираться, раз, наверх залез. И спокойненько себя чувствуешь. Сколько надо тут? 5 тоже. Блин, все. Все эти потратил. Еще ходила такая тема, что... Если Ctrl зажать, то они тебя не могут убить. Ты зажимаешь Ctrl, дерешься с ними, и ты не можешь умереть. Не знаю, правда ли или нет. Так, ладно, я лучше на этом закончу, потому что и так слишком долго все это получилось. Продолжим. Если я продолжу вообще, что-то будет интересное в следующей серии. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока. Слушайте, но это просто невозможно. Вы посмотрите, какое количество их на берегу. Просто жесть. Что-то разрабы не то, по-моему, сделали. Не должно их быть так в таком количестве. Посмотрите, вот эти вожди ходят с руками и ногами. Плюс за ними прислужники. Просто жесть. Это ужасно. И самое неприятное, это то, что даже после сейва, когда ты загружаешься, у тебя в инвентаре появляется все, кроме ткани и бутылок.